16 июня в Сафоново на улице Ковалева произошло возгорание в пятиэтажном доме. Жители увидели густой дым из приоткрытого окна квартиры на первом этаже. Они сразу же вызвали пожарных. На место через 6 минут примчались огнеборцы 14-й пожарно-спасательной части. Едкий дым стремительно начал заполнять и подъезд пятиэтажки. Попав в квартиру, личный состав пожарной охраны обнаружил, что пламенем охвачен диван в одной из комнат. Пламя было потушено. Другие огнеборцы отправились на поквартирный обход. В квартирах на пятом этаже они обнаружили, что двое неходящих жильцов не могут выбраться из дымовой ловушки. С помощью спасательных устройств их вынесли на свежий воздух и передали специалистам скорой медицинской помощи. Женщину осмотрели медики, госпитализация не потребовалась, а мужчину 1995 года рождения госпитализировали в лечебное учреждение, чтобы исключить возможные последствия. В результате пожара сгорел диван, двухкомнатная квартира и значительная часть подъезда закопчены продуктами горения. По одной из основных рассматриваемых специалистами версий причины пожара, пламя вспыхнуло из-за неосторожного обращения с огнем. 16 июня пожарные 3-й пожарно-спасательной и 2-й специализированной пожарно-спасательной частей прибыли на улицу маршала Еременко в Смоленске. Сообщение о пожаре на пункт связи пожарной охраны поступило в 7 часов 40 минут. Горел мусор на балконе многоэтажки. Пожар оперативно ликвидирован. Никто не пострадал. Причина возгорания вскоре будет установлена. 19 июня в деревне Барсуки Монастырщинского района горел дачный дом. На момент возгорания в доме находились муж с женой и собака. В один момент пес стал лаять, хозяин вышел посмотреть, что случилось, и увидел, что горит веранда. К моменту прибытия огнеборцев 34-й и 36-й пожарно-спасательных частей строение было охвачено огнем. Пожар был потушен. В результате случившегося кровля уничтожена. Дом выгорел изнутри по всей площади. Что стало причиной возгорания, установят специалисты. В год 60-летия первого полета человека в космос на малой родине Юрия Алексеевича Гагарина в деревне Клушино 17 июня состоялся детский аэрокосмический праздник «С чего начинается космос». 17 июня – исторический для земляков-космонавта день, когда в 1961 году Юрий Алексеевич впервые приехал в Гжатск после своего триумфального полета в космос. Для участников мероприятия была подготовлена интересная программа – выставки технического творчества, тематические мастер-классы, викторины и многое другое. На таких культурно-массовых мероприятиях очень важно обеспечение пожарной безопасности. Это одна из приоритетных задач сотрудников МЧС России. На данном празднике присутствовал личный состав 21-й пожарно-спасательной части для того, чтобы ничего не омрачало этот день, и все участники весело провели время.